Привет, друзья! У меня сегодня новая прическа. Меня подстриг мой друг. Вот тут вот. У меня такого еще не было. Вот. И смотрите, у него сзади семья не веганская, но у него, видите, веганские фрагменты кухни. Они любят малину, лимоны, кокосы, чернику или ежевику. Все они это любят, и у них вот такая кухня. Ну, еще покажу голову. О, сейчас тебя сниму. Банан тыкает. Вот. Вот, сзади еще вот так вот. Надо запомнить, я это видео снимаю, чтобы прическу запомнить, как надо потом стричься. Вот тут вот. Сзади. Вот тут вот. Эта прическа называется полубокс. Ее не все умеют делать, кстати. Я по парикмахерским ходил на Украине, и мне постоянно отказывают, чтобы сделать прическу, площадку такого плана. Но мой друг говорит, что это не трудно, и поэтому вот он сделал. У него он укроп есть. Очень полезный. В нем железо. Гемоглобин по-другому еще называют. Для крови полезен. Так что кушайте. Неважно, мясоед вы или веган. С вами был Сергей Лихий. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. И нажимайте на колокольчик. Все, пока.